Элекс, 41 эпизод. Такс. Что, Бада-бумба? Ты же говорил не делать этот квест. А, точно, у нас же кукольный этот, купольный город был, вот. Мы туда же хотели идти. Здесь я вроде всех повырезал. О, у меня, кстати, очки есть свободные. Там, по-моему, ловкость была нужна для чего-то. Да, Ками-сэмпай. Так, модификацию брал. А, может быть, для оружия? Такс. Нет, здесь сила нужна. Кстати, не так много осталось. Сколько у меня сейчас топор стоит? А здесь у меня... Вот этот лук стоит, да, точно. Я просто помню, что я точно вкачивал ловкость. Типа, у нас уже с кольцом было дело. Которое мне дает 10 ловкости, и из-за этого я что-то не мог. Что-то у берсерков, да, все-таки? Магия требует хитрости, маны интеллекта. Зачарованное оружие. А, зачарованное оружие! Вот, я вспомнил. То есть, если я сейчас сниму, у меня, скорее всего, останется 45, да? Фу, ты, блин, не сюда. Да, а мне нужно 55. 50. То есть, я сейчас могу его сделать даже. Да. Теперь можно... Ну, сейчас я подтвердить. Вот. После этого уже можно будет
Качать, например, либо оружие. Ну, короче, силу, наверное, пора вкачивать уже. Еще броня, конечно, есть. Но для нее тоже сила нужна. Так что да, наверное, в следующий раз буду силу вкачивать. Так, кольцо надо вернуть. Так, что значит лучше куда сейчас идти? К городу или к ба-ба-бам делать? Это просто собирать по всей карте, видимо, нужно. Да. Окей, давай тогда Баба-Бадумбу начнем. Тут просто собирать надо уж некоторые вещи. Начну с этой. Кстати, у меня что, не осталось зелек маны, что ли? Да, у меня не осталось зелек маны, вау. Надо обязательно закупиться. Ну, это, я думаю, без проблем. Можно и без маны сделать. Так, ты у нас кто вообще, я уж не помню. Ты настолько сильный. Окей, вполне убиваемый. Так, мне походу спрыгнуть. Оу, щит, мне нужно спрыгнуть, а там куча мерзких монстров. Так, надо подумать сразу путь отхода. Походу только пешком пробежать мимо всех придется. Даже нормально сохранюсь. Мне кажется, один чел прям сидит на этом месте. Ну ладно. Окей. Да не сражаюсь, я аж телепортироваться не смогу. Да, мне вниз спрыгивать. Или я не прав? Может быть, я и не прав?
О, черт. Ну, ладно, я, по-моему, был не прав. Хотя. Не, вроде нормально живу. О, отлично. Так. Так, идем, сейчас гранат падать будет вниз. О, черт! Совсем туда зайти не могу, да? Стоп! Он где-то здесь находится. На этом уровне. Так, нет, то... Вот. Ну, я понял, но в любом случае сейчас не собираюсь особо драться, можно в любой момент сходить поспать. Так что не страшно. Привет, Карлик. Да, я знаю. Ты уже... Я читал то, что писал. Так, ну сначала все-таки сюда посплю. Привет, Крэзи Мауэр. Status update. О, objects located, sir. Неплохо. Keep it up, you four. Такс. Сначала давайте выполним, а потом уже к берсер... Ой, тьфу, к берсеркам зайдем за маной. Все вроде награбил я, да больше уже ничего нет. Привет, Фокс Роуд. Да, на мини-карте здесь особо все, но ничего нет интересного. Так что вы ничего не теряете. Да, ё-моё. Текстуры пощадите. Походу здесь. What?
это минное поле или что очередное? О, черт, да почему они так охраняются? Это хорошо. Я так понимаю, где-то сверху, да? Может быть, здание. Хе, крепкий самогон. Мне он даже нужен. По какому-то заданию я даже забыл. Невозможно, пока атакуют. Такс. Такс. В этой комнате, походу. Да. Оу, щит! Оу, щит! Оу, щит! Ха, я ее перепрыгнул все-таки, ура! Так, ну и мы сваливаем отсюда. Наверное. Мужские отвратительные звуки. Вот бы они перебили друг друга, но они не атакуют. А, то есть мне даже особо нет смысла париться, окей. Тьфу ты, блин, радиация. Просто сваливаем, хренам. Даже по-человечески забраться наверх можно. Так, это что такое? Какой-то труп? А, мина. Реально мина. Ну, пофиг, я ушел. Женщина подорвалась. Такс. Все, наверное. Берсерком тогда. За маной. Bye-bye. По-моему, ну, в любом случае, я много не сделаю. Так что я просто куплю. А, крепко. Просто мне просто зелье маны нужно, да. Ну, так много мне не надо. Ну, штук 13 я куплю. Не по 100 стоит, не так много. Хотя, блин, ну, 13 штук это 1300 получается. Не так уж и мало, ну что поделать. Ну, монолист, блин, какой-то супер редкий, на самом деле. Может быть, конечно, есть гайды, где они растут в большем количествах. Как, например, в Kingdom Come, также некоторые растения в определенных местах, ну, более-менее найти можно. Для шнапса спасительного, например. Такс. Я собрал... Наверное, нужно снова сюда телепортироваться, отдать квест. Я почему-то думал, что это плохая идея помогать с квестом на бум-бум. Так, мне надо в подвал спуститься. Как там вход был? Не здесь. Воу.
Расстрелянные. Ну. Вам эти же вещи не понадобятся. Ну, мне эта мана нужна, типа, откуда мне ее брать? Так. Тут подвал был. Да, вот он. Good. That will fix the inconsistencies in the first cycle. That means we shouldn't evaporate ourselves when trying to use this. Ah, понял, крафт. The Big Bang will finally bang and blast and vaporize. You better hurry. The Duke is waiting. Ну всякие эти королевские щавели или там что надо, они совсем уже редкие, да. Парочка у меня была, вот реально за всю игру парочка. Ну эликсовый, понятно, да. Proprietary Edwards condenser. I'll get that fitted right away. We're one step closer. Just a few more pieces and she'll be up and ready. Better hurry up. The cross armature coil. You found one. Ah, the desert isn't just sand. She has everything you need if you just look for it. That's it. Ну понятно, да. Иначе слишком жирно было бы. This should finish the job. Так, опыт дали. I'll need time to finish her, though. But then she's gonna fly. You wait till you see her in action. This is gonna be incredible. This will take me some time, but you can tell the Duke everything is running smoothly here. Just about. I think. You can lead me to it and be ready for the light show. Какие сохранения до стримов? Да чем Fox Road? Опыта, ну, немного. Жалко, здесь не написано, сколько конкретно. Так. К Логану. Ну, я просто сейчас поднимусь к нему. Скажешь? Нет, у меня таких проблем не было. Big Bang has been completed. You got the job done? Одинокий уборщик. First Elixitor Tarek, you summon me. Yes. We need to order a new troop deployment. You were to move forces out of Edan to the border of Ignadon. So the hybrid orders, so his will must be done. Ignadon, did the hybrid explain why we are to move troops from an area where we are short of forces to face an enemy incapable of threatening us? It is not for the hybrid to explain himself. His will is the directive. The directive must be followed. I serve the hybrid. All Elix to the hybrid. But with the converter and Edan silent, how are we to achieve that? It is not for us to question the hybrid. The Albs existed before the hybrid. We gathered Elix for ourselves without his guidance. Our first directive was to reach the next stage of evolution.
How are we to achieve that if all our elix goes to him? The hybrid sees our future. Through him, we will evolve. So, he says so. He always said. And yet he orders, he consumes, and we die. It is for the greater purpose. Have you ever asked yourself what will happen to us once we've harvested all the elix from the free people? Where will he turn then? The hybrid sees things that we do not. He saw the fall. The world ignored him, and all was fire. The Alps will not repeat that mistake. He sees our future, and his cause is ours. We must deliver his vision, efficiently. And no one can stand in its way, no matter their rank. You will begin the redeployment immediately, and without further question. Yes, First Alexator. All elix to the hybrid. Да уж. Структура дозиков. If that's true, then where is Big Bang now? Is it already on its way to its target? No, it is still here. I said the job was to be finished. It isn't finished until Big Bang is launched. So go and make sure it is sent to its target. Move! Так, снова вниз, что ли, бежать? Или что? А, нет. И... А, она типа там находится. Ненавижу это чувство, когда кто-то падает. Кстати, я побит чуть-чуть, ну да ладно. Перед городом нужно будет снова поспать. Сука, дэмэджа мы наношу. Походу мало. Они хотят убить его, что ли? Yeah.
Понятно. Штукой делать. Как понимаю, мне нужно ждать, когда барьера тут. Оу, щит, нифига себе, он при приземлении урона выдал. Вот этого я не ожидал. Ну ладно, буду знать, что он при падении урон наносит. Твою мать! Я серьезно так... Я так давно сохранялся, серьезно? И нет автосохранения на сюжетном моменте? Рейл? Твою мать, у меня топливо закончилось. Поем пока. Okay, now it'll get interesting. Так, а здесь... Можно скипать? Да, можно. А здесь нельзя сохраняться, да? Так. Теперь ее можно атаковать, да? Thank you.
Так. Эй, не могу собрать это. Так, хотя... А, здесь пусто. Смотря что. Кольцо. Посмотрите, на что он дает. Ментальная энергия. Хотя надо только... А, в любом случае его одеть не могу, пофиг. Так, вроде больше ничего здесь нету. А, нет, что было? Волчий лист. Просто трава. Окей, так что да, не страшно, что этот квест сделал. А то я боялся, что какие-то последствия глобальные, ну типа, взорвут где-нибудь еще эту штуковину, а нет. К этому залететь, но я все-таки перестрахуюсь, подлечусь. Big Bang is at its target. What the fuck are you talking about? If it was at its target, then the cleric stronghold would have been erased, annihilated. And we're still receiving communication signals coming from the Horde. Does that sound like it's been annihilated? Conrad had different plans for Big Bang. What are you talking about? He built Big Bang to destroy Tavar. You're saying that shithead betrayed me? I want him dead. Now. He's already run. Then find him. Kill him, and you will be well. How about you pay in advance? You'll get paid once he's dead. Now get after him. Those fucking clerics. I should have known. Well, the Fort will have to learn it with saboteurs. There is profit in this yet. And I will find another way okay. to get rid of those bastards in Ignadon.
Неприятно, но есть решение. А, ну он у себя дома, понятно уже. Так, ну у меня, кстати, был квест с этой еще, с Евой. Может быть, сегодня появился у нее. Ничего пока. Я могу в безопасности идти к Конраду? Типа, меня после этого будут пускать сюда еще? Хорошо. Destruction in the hands of outlaws. A weapon that would destroy them. The Duke working to wipe out his own men. Come on, you must see the justice in that. The humor, it was hilarious. Yes, she is. Do you see me laughing? What? What's the problem? You didn't die. Oh no. You destroyed my masterpiece instead. You'd rather the Duke unleashed that power in Ignadan or Edan? Yes, I built it. But he knew what he wanted, and he would have found someone else to do it. Ignadan is a crater, and Tavar is all powerful. How is that good for anyone? You should be thanking me for trying. What are you doing now? Take a break and do some thinking. It's going to take something else to follow up after Big Bang. So I need a little bit of time to do some planning. Although... The Duke wants you dead. Yeah, I bet he does. If I was him, I'd want me dead. I guess I'm lucky, I'm free. Life is a prison. Так, а что, мне просто надо на него тупо напасть и убить? Лол, не обращает на меня внимания. Так, ладно, эти штуки я рисковать не буду.
Не, ну по сути, это правда. Он как бы... Ну, назвать его хорошим, ну, язык не повернется. Он типа хотел уничтожить кучу людей одним бум-бумом. Мне не нравится этот герцог, но... Его задача не противоречит, грубо говоря, чему-то там. Вполне себе укладывается. Так. Просто надо к этому заглянуть и отдать квест, видимо. Dead. And did you make the bastard suffer? You wanted him dead. He's dead. Well, that's the main thing. Here, take this. But keep all this to yourself. Understand? Why did you want to destroy the Horde? The balance of power. With them gone, we'd control all the technology this side of Zagor. It's not like those berserkers want it. And with the clerics gone, the Albs should take care of the Berserkers for me. And you believe Conrad would destroy his own kind? He's pretty damn convincing. I had not been caught out like that for a long time. Okay. Сколько там надо было? 24 тысячи, по-моему, на доспехи. Так, теперь можно в город, наверное, отправляться. Так, мне поспать нужно, я не помню, побитый. Да, у меня мана побита чуть-чуть. Ну, тут, я думаю, можно найти, где поспать. The shards. It's as simple as that. So you came through for Cooper? Yes. Then it seems we can rely on you. And a good job is rewarded. That's how we do things in Tavar. Now he's out. How are you going to get into the city? Well, I was hoping Cooper was gonna sort that from the inside. No dice. So, we're gonna have to wait for something to change in there. Something's cooking for sure. So we've just got to hope it comes to the boil soon. It's not like we can go back to Tavar. The Duke's never been keen on Baxter's old boys. So we're going to risk staying here a bit longer and hope the Albs don't march through here. So annoying. So annoying. Вот, да, кровать есть. Those creatures need dealing with. I need the shards. It's as simple as that. А, это кружка была, господи. Someone hears that. Так, ну сюда меня... I know who you're talking about. Меня не пустят. Так, ладно. О, что ж, с Бабабунгой мы разобрались. С Конрадом в целом. Было довольно неожиданно. Довольно ожидаемо, что он нападет на них и поубивает, но как бы все равно, что это вот так вот, мне придется вот так вот лично с этим разбираться, этого я не ожидал. Но как-то он немножко тоже легкомысленно поступил. Ну, то есть он просто оставил бомбу и ушел. Окей. Хорошо, тогда конец записи. Пойдем дальше в город купольный.